Почему? Помещение наоборот. Нет, нет, вот это не могу сказать, 100% здесь не было двери, здесь была стена. Почему здесь такая пробежка? Там дальше улица. Пьёно, не пьёно, ещё палит, да? Вот видишь, что сейчас? К месту вызова было направлено подразделение 2-го номера вызова. Первое подразделение прибыли в 13.55, 144-я пожарная часть поселок Линда. По прибытию открытому уже горел как внутри здания, надворные постройки и чердачные помещения. Тушение осложнялось тем, что был сильный ветер северный. В тушении принимали участие 5 единиц основной пожарной техники. Водоснабжение осуществлялось от водоема на расстояние 120 метров. Кроме этого, при тушении пожаров, от того, что был сильный ветер, загорелась на противоположной стороне улицы трава и создалась угроза распространения на другие жилые дома данного поселка. Поэтому пришлось передислоцировать пожарное отделение и уже тушить еще и траву. В результате слаженного действия было спасено 6 жилых домов. Пытался открыть дверь со стороны улицы, но она была закрыта изнутри. Со стороны двора не получилось, не представлялось возможным вообще зайти, потому что там уже была очень сильная температура, черный дым валил. Пытался разбить окно со стороны веранды, разбил его, пытался туда проникнуть, но там уже был черный дым и температура такая ужасная. Семья выпивающая, скажем так. Маму я видел ихнюю частенько выпивающую. Отец не настолько часто, как мама. Он и машину водил, была машина у них. А вот сама мама, она, видать, поддавала очень часто и изрядно.